Итак, солнечный коллектор спустя 2 года запустил жидкостную магистраль. Этот коллектор был сделан и по воздуху, чтобы была возможность работать и по воздуху, и по воде. Вода так и простаивала. Хотел сделать предподогрев для горячей воды в доме, но много заморочек. Насос, еще один бойлер на крыше и прочее. Ну и в итоге сделано было по-другому. Есть бассейн 350 литров. Долго нагревается на солнце. Ребенок истерит. Нужно быстро купаться. Долго купаться не может. Холодно. Выходить не хочет. Истерика. Ну и прочее. Соответственно, нужно делать подогрев и одновременно фильтрацию. Что касается самого коллектора. При площади в 3,5 квадратных метра вертикальное исполнение коллектора, стекло, остекление поликарбонат, поток воды 15 литров в минуту, работает 400-ваттный насос. При этом мощность в течение дня колебалась, но в среднем 1 киловатт выдавала. То есть разница по температуре была примерно 0,9-1,2. То есть на 1 градус 15 литров каждую минуту нагревает. Не сильно менялась мощность в зависимости от солнца. То есть солнце падает первые полдня, сейчас уже в тени, и то разница по температуре где-то 0,6 градусов, 0,5-0,6. То есть сейчас я покажу, как падает солнце. Ну да, его даже и не видно. На коллектор не попадает остаточное тепло. Ну и на улице, правда, 30 градусов. То есть, в принципе, 1 киловатт для такого коллектора по воде достаточно неплохо, учитывая, что он вертикальный, стоит под не под 45 градусов. То есть, если примерно прикинуть, что на горизонталь 1 киловатт, на вертикаль придется, ну, примерно 0,6, это в лучшем случае, но взять лучше 0,5. Соответственно, 3,5 квадратных метра, это где-то 1,8 киловатта должно быть в идеальных условиях. У меня один, то есть можно принять во внимание, что КПД около 60%. Это грубо, конечно. Но уже неплохо и лучше, чем ничего, потому что фильтрация для бассейна нужна все равно нужна циркуляция. А какая мне разница, через что воду прогонять? Протечек нет. Я думал, что протечки будут. Конструкцию можете посмотреть на других видеозаписях. Это первый мой тест за 2 года. Именно тест в работе. Ну и давления, правда, нету. Если пустить 1 или 2 атмосферы, может быть, протечки и появятся. Но сейчас нигде не капает. Вот таким образом. Смотрите другие видео и делайте так же.